Здравствуйте, ребята! Продолжаем смотреть обзоры на напитки и спортивные питания. И вновь у нас рубрики энергетики. Необычный энергетик в обычном магазине был куплен. Был куплен он за 66 рублей в магазине Ашан. Вот, но очень необычный напиток. Привлек дизайн и заинтересовал состав. Вот. Энергетик без кофеина. Очень интересно. Значит, вот такой вот дизайн, форма чемпион, вот, называется Acto Protector без кофеина, да, вот мы видим снизу. Небольшой объем, кажется, что 0,5, на самом деле написано 0,28 литров. Вот. Значит, теперь посмотрим, что здесь есть. Как я сказал, это тонизирующий энергетический газированный напиток, да, то есть формула чемпион. Вот. Состав у нас входит. Сахар, сокодержащая основа апельсиновый лимонад, концентрированный апельсиновый сок 3%, ароматизатор натуральности, камень рожкового дерева, краситель каротин, лимонная янтарная кислота, цитрат натрия, сукцинат, сукцинатный тип розового гуава, так, таурин, L-карнитин. Вот, смотрите, кофеина нет, первое, что идет к таурин, затем у нас L-карнитин есть, экстракт женьшеня, очень круто. Женьшенька у нас в адреналинке есть. Ароматизатор маракуйя, ароматизатор натуральная. Так, розовая гуава, сорбат калия, бензоат натрия, оксид кислота аскорбиновая, витамины ниацин, пантиновая кислота, B6, фолиевая кислота, биотин B12. Ну, стандартный префикс. Вот. Здесь видим пищевую ценность, да, то есть у нас на 100 мл продукта 11,8 углей, то есть сахара, наверное. 200 мг таурина, это дешевая эта кислота, то есть, да, нормально. Вот. И L-карнитин 100 мг. Как-то вот так. Да? 49 килокалорий у нас. Функциональный напиток. Разработан совместно с ИТ БРАН, город Пушкино, Российской академии наук. Сделан по ГОСТу. Ну что ж, очень красивый дизайн. Радует состав. Наконец-то что-то Россия у нас сделала. Вот. Изготовитель у нас завод безалкогольных напитков Д. Болгакова. Функциональные напитки. Вот. Значит, молодцы. Давно я ждал. Пока я только видел, только это, по-моему, у Гориллы из русских больше нигде такого нет. Что добавляют разные префиксы? Потому что надоели дешевые энергетики. Кофеин, таурин, чуть-чуть все. И сахар намешают. Вот, пожалуйста. Молодцы. Что здесь есть? Таурин, L-карнитин. Пожалуйста, женьшень. Это же шикарно, ребят. Это шикарно. Это очень радует. Вкус, чувствую, маракуйя, наверное, будет. Наверное, интересно, очень красиво. Вот. Как раз охладил его. Давайте пробовать. Поехали. Да, пахнет приятно, маракуйя. Ну что ж, поехали, зарядимся. Ожидал я совсем другой вкус. Думал, типа такой манго-маракуйя что будет. Но вкус отличается. Тут, знаете, не вкус скорее, а послевкусие что-то напоминает такое химозное манго. Ну, короче, по вкусу не очень. По вкусу примерно балла 3 можно поставить. Единственное, что радует, он такой очень резкий и кислый. А здесь всего 0,28 литров, это специально у нас сделано, чтобы сразу, как дешевый энергетик, не заглатывали залпом, а было так тяжело его распивать, чтобы он так бодрил. Потому что резкий запах, резкий кислый вкус, это то, что надо для энергетики, это люблю. Ну, ничего. Знаете, сначала как-то не очень, но потом, распробовав, и ощущив послевкусие, ощущая это очень приятно. Неплохо. Скажем так, холодно идет неплохо. Ну что ж. Здесь уже мне интересен будет эффект. Интересен будет эффект.
Здесь у нас нестандартный кофеин тур, здесь вообще кофеина нет, это, кстати, очень хорошо. Ну, посмотрим. Вот вам, пацаны, кто на кофеине долго сидит, пожалуйста, без кофеина. В общем, несмотря на то, что он не сильно такой приятный на вкус, идет он очень неплохо. Холодненький, это меня очень радует. Причем ты пьешь его такими небольшими глотками, потому что большими тяжело выпить. В общем, молодцы. Очень довольны данным продуктом. Очень сильно порадовали. Красивый дизайн, хороший очень состав. И приятно распивать. И можно сказать, вот это я могу назвать энергетическим напитком. Потому что все остальные дешевое дерьмо, которое продают, это не энергетики, это газировка под видом энергетика. Добавил чуть-чуть кофеина, таурина и сахара, и всякой фигни, и все. Близко не стоит с энергетиком. С эталона. Вот. Эталон. Эталон. А вот это очень достойно, ребята. Скажем так, если я еще такое вижу, обязательно себе возьму. Очень мне понравился. Молодцы. Молодцы. Хвалю. Очень хорошо. Вот, заканчиваю бутылочку пить, получил такую легкую такую взбучку, такой кисленький, резкий, и очень приятно его распивать холодненький. Ой, еще красота. Сейчас тренироваться, поедем скоро. В общем, что могу сказать? 66 рублей он точно стоит, однозначно. Лучше его охладить, и будет очень приятно пить. Теплый, думаю, он очень невкусный будет. Вот. Как энергетик, хороший состав, очень хороший. Не знаю, конечно, в каком здесь количестве, только вот написано про таурин и эль-карнитин, вот, но в целом состав шикарный. Шикарный, то есть собрали практически все лучшие компоненты. В моем энергетике потом, конечно, будет намного лучше. Я кое-что еще добавлю. Но, в принципе, очень неплохо. Отличается от стандартного дешевого российского дерьма. Вот. Так что, молодцы, ребята, очень вкусно. Я вам советую, если такое увидите, обязательно возьмите. Вам должно понравиться. Полезно, вкусно, приятно. Так что, я себе такое еще возьму и советую вам. А мы увидимся в следующих обзорах. До новых встреч.